Согласно генеральному плану, город Ленинск-Кузнецкий разделен на три больших района. Это юго-восточный планировочный район, центральный и северо-восточные планировочные районы. Последний входит в 7 микрорайоны города с 1 по 13. А это вот северо-восточный, который включает в себя все. И вот мы смотрим. Первый микрорайон, второй микрорайон, третий микрорайон, четвертый. Большой предполагается. Пятый планировочный район, вот у нас где квартал профсоюзный, да. Шестой микрорайон напротив. Седьмой, восьмой. Девятый, десятый, это у нас как бы на далекую перспективу. Девятый, это вот как раз по Тверской, когда мы едем, вся вот эта поляна. Двенадцатый, индивидуальная застройка. Тринадцатый, где кольцо в лесном городке, ну и 14-й в центре. Квартал профсоюзный, микрорайоны номер 14 и 6 – это те районы, где в ближайшие годы будет активно вести строительство. Микрорайон номер 6 у нас находится в северо-восточном планировочном районе города. Если мы посмотрим на карте, он у нас ограничен линиями с запада. Это продолжение проспекта Кольчугинского, который у нас идет до Кемеровского шоссе. С севера это будет новая районная магистраль, проектная 1, пока она в проекте. Вот с северо-востока также новая улица, проектная номер 2. С юго-востока это у нас новая улица, проектная 6, и с юга это продолжение улицы Юргинской. Шестой микрорайон предусматривает строительство 23 многоквартирных домов до 9 этажей. Кроме того, здесь предусмотрено строительство стадиона, детского сада и школы на 1000 мест. Именно школа и станет первым объектом, построенным в этом микрорайоне Ленинска-Кузнецкого. 14-й микрорайон – это центр города. Его границы проходят по улицам Суворова, Дитмана, проспектам Дзержинского и Кирова. В данном микрорайоне запланировано у нас 9 домов разной высотности от 5 до 9 этажей, то есть 5 и 9 этажей для того, чтобы уравновесить ту существующую застройку, которая уже у нас сейчас есть, так как существующая включает в себя как 5, так и 9 этажей. Кроме того, генеральным планом на месте снесенных бараков, помимо жилых домов, предусмотрено строительство нового детского сада на 300 мест, реконструкция школы. Объекты общественно-делового назначения будут располагаться на первых этажах зданий. Так что совсем скоро на карте Ленинска-Кузнецкого появятся новые адреса. Галина Лена, Павел Желтиков, Реа Ленинск.